речи, я про то, что размеры бедра всегда 300, не про это? Нет. Нет. 100, 200, 300, 500, в зависимости от слаков, от настроения дрела. Ну сейчас, если ты залезешь осквернением весь рейд, это будет высокий. Жмот мастер ауру на... Если не, я не знаю. И как иначе, на лучшем деле есть. Стоп, потом посмотрим гранью. Я скинул видео, посмотрим. 1200 либо 500, я накинул всем уже. Алиам, ты готов? Так, трясём сейчас на хп. Умеешь диспелить, чему на личи? Давай сейчас метка. Я буду говорить ник, этот человек смотрим выбегает, сами. Ты с него диспелишь. На третьей секунде диспелишь. Скилл излечения болезни называется, выставляю на панель. Потом, если человек не выбегает, ты все равно с него диспелишь. Лана, потому что лучше пускай он не умрет, чем мы потом его будем поднимать. Не, пускай он хилит. Так. Олег, мне СС на поклон, а на второй фазе переходки кинуть? Да, кидай на второй. Короче, это спойлер, да? Да. Сейчас, подожди. Первая волна Валь, как мы станем? Фрешблад, кружок, ромб, Элиам. Знаешь, как станет Валик, Элиам? Ну, точечно. Точечно, молот правосудия. Потом, юзаешь на эту Вальку красную печать. Бьешь все вальки. Вот. Да, и красюнги, это излечение болезни, все верно. Трусы станет хилд. Это первая волна Валь. Вторая волна Валь, рогалити, кружок. Серж, ты умеешь станет валик? Трусы застанешь анакриаль на второй волне. Как скилл называется у кота, который станет? Я никогда за кота не играл. Сценарист застанет, если не ошибаюсь. У кота? У него только от комбо там, по-моему, какая-то хрень. Колечко. Да прыгнет в мишку, да и застанет. В коте лучше станет. Олег, пусть анкрель там по необходимости лучше застанет, я все трусы буду станет. Хорошо, тогда анкрель, ты ромб, вторая волна станешь. Понял. Ладно. Мирилики убрать. Не могу достоверно сказать ники там какие-то. Если надо будет, вырежу видео. Но могу достоверно только одно сказать, что, ну, мне можешь снять ГП сразу там. Давайте мы снимем ГП. То могу в два раза замедлить и в группу закину после рейда. Закидывай. Так, чек. Все подтвердили готовность. Я запускаю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? На второй фазе стоим в метке. Кто не знает, звездочки. На вторых вальках будем разбегаться со сквернением. Учил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Стань звездой, друид. Либо я тебя меняю. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Погнали. Милики, стойте строго в квадрате. Блять, я шмот не поменял. Милики, ловушка, перебежали. Квадрат все. Забили на лича. Стали звездочку. Чума, одна секунда, смотрим. Потом выноси чуму. Становись звезду обратно. Милики, ловушка, перебежали. РДД в звездочку.
Ловушка 3 секунды. РДД перебежали. Звездочку. Чума 2 секунды. СТА и ВНС чуму. Диспель. Это за ралли Париж до Карли. РДД перебежали. Ну потом, если сейчас кинется ловушка на нее, я скажу, что РДД зона и милики улетят. Второй шарк еще вылазит. РДД ловушка перебежали. Чума 3 секунды. И красемги выноси чуму. Так, капельку на Хелда кто-нибудь киньте. Ловушка 1 секунда. Милики ловушка. Милики ловушка в квадрат. Забили на лича. 5% до переходки. 3. После ловушки идем на край. На край все. Милики аккуратно. Сторожила чума. Переводим босса. Так, я спою гимн на ману. Поставь тотем. Ой. На ком я сейчас месте по ДПС, кстати? Кто-нибудь следит? Ниже. Топ-25. 18-е. Хорош. Ниже только лок. Давай, лок, обгоняй меня как-нибудь. Потому что я хилошмоте дамажу. Еще и релю. Прово духа начинаем. Я шары побью. Эти духов. У тебя меткости надо, все равно промажешь. Ну, пытка не промахнешься в любом случае. Хотя и геймер набить так. Так, РДД, добиваем духа, милики, к личу. Становимся в звездочку. Так, кружок, фрешблад, рум, релием, трусы, хелп. Ровно в звездочку встали. Потом разбегаемся с центра. Обдутали всех валь, бьем. Я в трусах. Так, трусы, Анакрель, стань трусы. Осквернение скоро будет, вышли в Элисиус, осквернение нормально. Кружок играем. Трусы теперь, ромб. Давайте рост. Идем опять в центр. Также становимся. Так, кружок, рогалити, хелд, ромб, трусы. Не знаю, попробуй серый застанет как-то, не знаю. Так, на первых вальках будет осквернение всей... Отходим к трону, разбегаемся. Сакру, если что, дашь. Мастер ауры, Ретрик. Выбежали с центра, выбежали. Вон, на мне осквернение, отлично. Играйте, валик. Кружок, через кружок играем, там за стан. Кружок пытку дайте. Трусы, 200 тысяч в трусы. В ромб. В ромб 200 тысяч. На краю встали все. Осквернение сначала будет. С центра все вышли. Набрали дистанцию, ждем осквернения. Мили-зона осквернения. Нормально. Давайте быстрее, у нас 2 секунды. Кружок, фрешблад, ромб, элиам, трусы, хелд. Быстрее в звездочку. Застанили валь. В ромб играем. Ромб трусы. Ромб 300 тысяч еще. Осквернение скоро, внимательно. Трусы. Набрали дистанцию. Ягер. Мини-зона. Отошли от черепа. Молодец. Становимся опять в звездочку. Последние вали. Кружок. Рогалити. Ромб. Хелл.
ромб, анакрель, трусы, килл. Все в вальки сейчас играем, встанем и играем в вальки. Всех надо слить быстро. Я замедляю кружок, а фотон осквернил меня. В ромб играем, давайте, в ромб, кружок, быстрее. Кружок спасли, ромб, давайте в ромб. Трусы. 200 тысяч трусы, застаньте еще раз трусы. Все, давайте все на край. Все на край, 1% до переходки. Осквернение, 2 секунды. Здесь не будет. Давайте все на край. Так. Елораж, дожги на ману. Рейндж набрали все. Играем в кружок. Лалана, Инер заливал. Заливай эстай, Инер. Ой, заливал. В кресту, можете Инер дать? Дай. Серж, дай Инер кресту и красенге, если не заливал. Так, Хилика, давай еще один гимн на ману. Я последний гимн солью на третьей фазе. Играйте в кружок. Сова, оставляем звездопад на комнату, кресты и сушение разума, магии, ледяное копье. Так, Велисиус, естественно, эстая кинешь. Вышли все с платформы. Играем в последнего духа. Кружочек. После, как выйдем с комнаты, добиваем кружок в одной точке с лечом. Давайте в звездочку. Звездопады отдали. Побежали. У кого сейчас мастер, аура от тьмы стоит? Вуаля, у тебя мастер аура на тебе? 20 секунд. Не понял. Скажи, что? Да, понял. Так, 5 секунд до выхода, будет осквернение, играем все в кружок, потом ходим за звездочкой. Вышли. Все в кружок, играем осквернение, ментор. Потом идем к трону. Потом пойдем все к трону. Длинухи, у тебя на КД тотем? Я вам на второй переход ставил. Ладно, потом с поединок тогда. Все ушли с духов. Захили вам Хелда Поклонского. Тотем обновляем возле трона. Осквернение 5 секунд. Залейте осквернение. Осквернение к трону выносим. Амитари. Чарж влеча теперь. Духи спустились. Все, давайте к порталу. Набить ДПС на духах. Так, ходим за звездой. Звездопады в комнате и сушение в комнате. Мастер Аур, что делать? Давай, мастер Аур. Кто там спрашивал про кого? Да, мастер Аур, освобождай ауру, фрешблот ставь ауру. Близко бомба, по краю идем, по краю. Побежали дальше звезды, я просто гимн пою. Побежали дальше. Давай, фрешблат, мастер аур. Дальше бежим. Давайте за угол, 3 секунды. Выйдем с комнаты, духи пойдут на нас. Ориентир, звезда, все к порталу. Все к порталу идем. Сквернение на крыльях. Все к порталу. Духи спустились. Хелда и захили вам способила. Все идем к трону.
ускорение 5 секунд, патроны выносим. Сквернение, фрешблат, мелизона. Убежали от черепа. Килем протопало бы ДК, духи спустились. Давайте все к порталу. Отошли от духа. Последний помню. Так, звездопады и сушение. Убьем звезду. Мастер ауру есть? Ауру надо поменять, только 8 секунд. Так фрешблат поставь, там ауру другую, а АЕМ поставь. Откатило. Так, впереди бомба. Давай, мастер аур, давай сакру. Посмотрим, что будет. Ничего не будет. 5 секунд до выхода, добиваем лича, идем к порталу к звезде. Все к звезде, к порталу осквернения, алеем, отошли от черепа мелизона. По духов отошли. Духи спустились. Сдру. А ну-ка, сколько с пула ребра прошло? 2 часа 3 минуты. Ладно, пускай будет до пипа. ПРСК будет? Да. Да. Возьмите бомжа, который...